В Ингушетии наградили 3 уроженцев республики, которые спасли испанца в Магаданской области. Молодым людям вручили почетные грамоты. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил сострадание и решительность земляков. Испанский турист путешествовал по Магаданской области на велосипеде. Он ночевал в палатке при температуре минус 50 и обморозил руку. 3 уроженцев Ингушетии, живущих на Колыме, обнаружили его и доставили в ближайшую больницу. Есть те, которые, как вы, вроде вчера незаметно, как обычно граждане, куда надо было, себя проявили, показали. Ну и спасли человека. Хочу вам от всех жителей республики выразить и благодарность, и спасибо сказать, как глава республики.